Полицейский дебош в Херсоне. Шумная вечеринка четверых правоохранителей закончилась дракой. Сначала отмечали день рождения, а потом повздорили с гостями. И в результате одного из них выбросили с балкона 5-го этажа. Как это произошло, в нашем материале. На этих кадрах компания молодых людей отмечает день рождения. С каждой выпитой рюмкой страсти накалялись. В какой-то момент приятные разговоры переросли в скандал, а потом и в драку. Конфликт разгорелся из-за того, что у одного из мужчин пропали вещи. Тот конфликт уже между ними перерос в драку. Потом, когда я уже прорывался на улицу, а мой товарищ оставался там. Александр был на праздновании, пришел вместе с товарищем. Когда началась драка, попытался выскочить из квартиры. Но на лестнице его поймали и стали избивать. Как оказалось, день рождения отмечала компания правоохранителей. Сосед с нижнего этажа рассказал. Слышали буквально все, что происходило в квартире. Патрульная же она и по форме, и машины же их подвозит. Как бы, и пришли же те же самые ребята, те же патрульные отдыхали. Часа три вот это ругались, потом понеслось. Уже там слышно было бух-бах. Видимо, устав от шума, жильцы вызвали полицейских. Пока экипаж ехал, с балкона вылетел мужчина. Цепляется козырек, ногами приземляется на мою крышу, спотыкается, садится на попу и как с горки уже сюда приземляется на 5-ю точку, то есть смягчает падение. Вот это его и спасло. Мне было бы балконом, он был так бы хрякнулся. Мужчина остался жив. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Тяжелая сочетанная травма, черепно-мозговая травма, торакальная травма и позвоночная травма. В настоящий момент состояние больного стабилизировано, средней степени тяжести. Начальник патрульной полиции города оправдывается. Подчиненные не были при исполнении, но всех их уже отстранили от работы. Начато 2 уголовных производства. Стаття 187 Кримінального кодексу, а саме розбій. Тобто один з громадянин, Андрієць, який, в принципі, все висвітлив в соціальній мережі, він якби заявив, що його там побили і нібито забрали там якісь певні кошти. То по тій статті на основі його заяви відкрите кримінальне провадження. І відкрито стаття 121 «Тяжкі тілесні ушкодження». Це по факту самої людини, яка випала. Матеріали діла вже передані в прокуратуру. Ірина Вовк, подробиці, телеканал «Інтер».